Вітаю вас, Михайле. Говоримо сьогодні про реконструкцію в нашому місті, зокрема про бульвар Кучеревського. Розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається, на якому все етапі та коли завершиться? Ну, если говорить о бульваре Кучеревского, то работы по его реконструкции мы начали в июле прошлого года. То есть мы выполнили достаточно большой объем работы, и работы продолжались до конца декабря месяца, то есть до тех пор, пока позволяли погодные условия. Поскольку мы используем достаточно современные материалы, то есть там используют специальные и клея, и другие дополнительные материалы. То есть другие дополнительные расходники, которые укладываются исключительно при температуре плюс 10. Поэтому, когда погодные условия изменились, мы работу остановили. Там у нас, если вы знаете, полностью заменена вся тротуарная часть, у нас заменены ступеньки, у нас заменено все асфальтобетонное покрытие, там установлены малые архитектурные формы, там установлено два подземных контейнера, кроме того, у нас заменено все освещение. И высажено, если я не ошибаюсь, там порядка 680 или 700 квадратных метров там газона. Работы мы планируем по нему закончить в этом году. Я думаю, там ориентировочно где-то к июню месяцу. Это самый такой крайний срок. Ви розповіли трохи про матеріали. От можете деталізувати, чи чимось вони особливі, наскільки вони дійсно якісні? І ще такий момент, часто говорите про те, що певні антивандальні конструкції встановлюються, ну і предмети екстер'єру. Але завжди це для дніпрян чомусь буває як виклик. Так? Ну, сказали, що антивандальні лавиці, і вже наступного дня хтось прийшов їх випробувати власне, на антивандальність. От що можете сказати з приводу бульвару Кучеревського, що там буде в цьому контексті? Ну, якщо говорити материалах, мы используем везде материалы достаточно высокого качества, то есть и они используют, то есть, во-первых, имеют и современный европейский дизайн, достаточно большой срок службы, то есть это минимум там, 15 там, до 20 лет. А если говорить об антивандальности, то есть там, да, у нас действительно будут установлены и лавочки, и другие там какие-то объекты. Знаете, антивандальность, к сожалению, для наших жителей это такое понятие достаточно условное. То есть я еще не знаю ни одного объекта, то есть, который бы не подвергся атаке наших добрых самаритян, жителей города, которые хотят там либо напакостить, либо изгадить все какими-то там граффити, либо что-то сломать. Ну, хотя нет, на самом деле у нас есть только два объекта, вернее, которые оказались на 100% не вандалопригодные. Это новые ливневки. И это новые наши люки, которые мы меняем уже по всему городу и заменили их практически уже там на почти 70%. То есть сейчас дальше перейдем на внутриквартальные дороги, на все остальное. Поэтому это должно оставаться на совести тех же горожан, если говорить про антивандальность. То есть, ну, я сомневаюсь, что кто-то дома придет и начнет отрывать у своего холодильника дверь. А все объекты и все, что построено в городе, это строится не за какие-то там мифические деньги, это за деньги строится горожан. И это их точно такое же имущество, как телефон, телевизор, либо что-то другое. Поэтому это чистая ответственность наших жителей. Ви ще на початку сказали, що будуть висаджені певні зелені насадження. От що там з деревами? Тому що дерева – це завжди дуже гостра тема для містян. Так, десь коли знищили, наприклад, прибрали старі аварійні дерева, висадили нові, потім хтось незадоволений, що не такі дерева або їх замало. От що там з озелененням, які плани? Що там буде? Чи в достатній кількості, на вашу думку, ну і взагалі? Ну, если говорить, например, я говорил уже тоже к зеленым насаждениям, можно относить и рулонные газоны. Но если раньше у нас там было 45 всего высажено, до этого находилось 45 и деревьев, и кустов, то по результатам реконструкции у нас их появится не 45, а 400. То есть это различные подобранные нашими специалистами антиаллергенные деревья, антиаллергенные кусты, которые там будут находиться. То есть, еще раз говорю, 45 и 400. Я думаю, перевес такой достаточно неплохой. И все деревья, видите, мы стараемся высаживать достаточно взрослые. Если проведем параллели с той же улицей Короленко, когда, помните, там устроили крик, вот они там купили деревья, их там сразу появилось в городе 2 миллиона специалистов, которые давали советы, что они тут не приживутся, что садят неправильно. И вообще надо было всех все спрашивать и консультироваться обязательно у них, поскольку они все специалисты во всех вопросах. Но еще раз говорю, вместо 45 у нас появляется 400, и это общегородская тенденция. Мы везде высаживаем взамен старых деревьев, мы высаживаем деревья новые. Бульвар Кучеревського – це така локація, улюблена футбольних фанатів.
От ви, до речі, є футбольним фанатом? Относительно. Але бульвар Кучеревського не ваша улюблена локація. Нет, ну я не могу сказать, то есть будем говорить так, в том состоянии, в котором она находилась, то есть, ну, я сомневаюсь, что она с особым являлась каким-то там магнитом для футбольных фанатов. Я люблю футбол, но там я не являюсь каким-то там футбольным поклонникам, который где-то будет бегать с флагами и так далее. То есть, но давайте говорить так, это не только локация для поклонников футбола, для футбольных фанатов, это локация и для всего города. И я уверен, там будет комфортно одновременно как и нашим футбольным фанам, так и горожанам. То есть, ну, действительно, получается достаточно неплохо. Хотя на роботу закончен уже порядка там, на 70%. А от, власне, у дизайні цього бульвару оновленому, чи буде враховуватися те, що це все-таки локація, відома як улюблене місце футбольних фанатів, можливо, якісь об'єкти, арт-об'єкти, до речі, було анонсовано, що там дуже багато буде арт-об'єктів, фонтан, от такі інші речі. І, здається, навіть якийсь був конкурс, пропонували футбольним фанатам теж запропонувати якісь ідеї інсталяції. Угу. От як справа з цим? Ну, к сожалению, у нас всі конкурси, які, ну, в більшості случаях, які проводяться серед горожан, куда, будем говорить так, где дают свои рекомендации все жители, все заинтересованные, как правило, заканчиваются ни с кем, ничем вернее. Они вначале начинают давать советы, потом все между собой обязательно переругаются, все перекричат, что это неправильно, ты вообще глупый, а ты вообще ни в чем не разбираешься. Но тем не менее с футбольными фанатами получилось достаточно проще, то есть люди оказались более конструктивные. И если говорить о самом главном арт-объекте, то это, конечно же, футбольная ладья. Помните, сколько было криков, чтобы ее там демонтировали, а новую никто нигде ничего не поставит. На сегодняшний день она уже смонтирована, то есть практически готова. То есть она будет иметь и подсветку, и на самой ладье будут вписаны имена тех людей, которые сделали вклад в развитие футбола не только в нашем городе. То есть то, что мы обещали, мы в принципе выполним. Остальные арт-объекты не будут иметь места. Я думаю, мы их там в течение месяца-полутора уже увидим в полной готовности. А вот эту ладью ее же переносят в другое место? Нет, эта ладья, которая стояла там, ее переносят, а та, которая стоит здесь, она уже там и будет стационарно стоять. Зрозуміло, дякую. Ну, зараз багато чого в місті відбувається і продовжується реконструкція. От не можу не запитати також про Успенську площу. Це теж такий об'єкт, який привертає багато уваги в плані тому, що всі слідкують за тим, що там зараз відбувається. От на якому там все етапі? Ми з вами перед Новим роком говорили також про це. От що зараз там? Работы у нас частично продолжаются, то есть те, которые позволяют погодные условия. Мы планировали закончить это все в конце прошлого года, но, как всегда, как часто у нас бывает, одной из самых ключевых причин – это сюрпризы из прошлого, если можно так сказать. Ведь когда как выполняется проектная документация, берется так называемая пятисотка, если непонятно, это такая укрупненная карта, на которой нанесены все сети водоотведения, водоснабжения, канализация, газ, электричество, связь. И исходя из этого, то есть наши специалисты, то есть изготавливают проекты, где необходимо коммуникации меняют, либо занимаются их переносом. В этой же части, кстати, точно такая ситуация была по метрополитену. То есть взяли проектную документацию, и когда начали проводить работу, оказывается, там есть сети, о которых никто не знал вообще. Вот вообще просто никто о них не знал. Пришлось делать корректировку, хотя при этом работы не останавливались. Я думаю, все жители видели, делали корректировку проекта, заносили изменения в его конструктивизм. То есть, и мы заменили там полностью абсолютно все сети, которые находятся под площадью Успенской. Сейчас будем заниматься еще продлением ливневого коллектора, но все сети на сегодняшний день там уже заменены. А если говорить о деревьях, ну, давайте вспомним, как выглядела эта площадь. Что-то непонятное, среднее между каким-то рыночным поселковым базарчиком, с какими-то старыми огромными полусухими деревьями. Мы деревья удалили, вместо них высадили 107 деревьев. Там будет достаточно выполнен большой еще объем работ. Одно из ключевых, видите, мы убрали проезжую часть со стороны сотого лицея. Кстати, про сотый лицей тоже говорили, что его обязательно продадут, там лично Филатов, и купит себе там билет на Луну или что-нибудь еще. То есть я там разное там читал. Но, тем не менее, никто никакие лицеи продавать не будет. Проезжую часть со стороны него мы перенесли на противоположную сторону. То есть теперь учащиеся
родственники их, которые будут посещать лицей, дети, они будут находиться в полной безопасности, то есть там будет прямой выход непосредственно с лицея в эту, в парковую уже существующую зону. Будем говорить так, там у нас появится из такого крупного, там новый городской фонтан, там у нас будет скалодром, там будут детские площадки, там будет там будут современные туалеты, которые тоже полюбили наши граждане, особенно похищать оттуда ёршики за 30 гривен. Непонятно, кому они нужны, что они с ними собираются делать. Поэтому я считаю, это будет еще одна такая очень современная, очень стильная локация для нашего города. То есть, вы видите, с каждым годом у нас появляется их больше, больше, больше. То есть, и никто не подходит к такому ремонту, как делали раньше. Ну, там где-то плиточку заменили, там бордюры покрасили, побили, или где-то сделали ремонтик и поставили две качельки. Если мы подходим к реконструкции, мы делаем реконструкцию капитально, то есть касается абсолютно всего. И сетей, и благоустройства, и замены освещения, и деревьев. То есть полностью комплекс. И полумерами мы не занимаемся. Лучше мы сделаем два больших объектов в городе, там, или там 4, допустим, чем там 8, которые через 3-4 года опять необходимо будет ремонтировать. Поэтому это такая вот позиция, такую позицию и задачи поставил мэр города. И мы это, в принципе, выполняем, я считаю, с моей точки зрения, достаточно успешно. От ви зазначили, що дійсно збільшується кількість реконструкцій кожного року. Якщо взяти 2022 рік, ми говорили напередодні року, от вже він настав, навіть вже другий місяць. А які ви можете назвати от ключові реконструкції, от, окрім бульвару Кучеревського, так, площі Успенської, з цим ми вже зрозуміли, які от є такими ключовими у цьому році, у тому плані, що те, що буде зроблено, те, що почнеться, і те, що в процесі, от, що зараз на часі? Ну, давайте, помимо об'єктів візуальних, які можна бачити, потрогати руками, або, як сказав Віктор Федорович, потрогати глазами, то есть еще работы, которые, в принципе, визуально жителям, они как бы и видны, и понятно, что они нужны, но на них идет огромная затратная часть. Прежде всего, в этом году мы закончим обязательно укладку водопроводных сетей в Таромское, которое, вы знаете, там со дня основания Таромской жители вообще у них никогда не было водопроводов. То есть в этом году мы эту работу закончим. Огромный, колоссальный объем у нас в этом году будет уделен сетям ливневой канализации. Причем я об этом достаточно долго рассказывал. У нас все сети были построены очень тоже хитрым способом. Половина из них, особенно в центральной части города, там сети ливневой канализации у нас проходят под домами. Вот, кстати, напротив дом, где главпочтам, вот там под ним прямо идет огромный коллектор. То есть кто так строил и почему так строили, я не знаю. То есть и в связи с этим у нас получаются проблемы с их технологическим обслуживанием и с их ремонтом. Поэтому мы сейчас приступаем к огромной замене сети. Если хотите, то есть по памяти, ну, большинство помню, но могу вам рассказать, то есть из такого из ключевого, что у нас будет. Вот, например, просто даже по сетям. Вот смотрите, у нас по ремонтам дорог в этом году тоже будет достаточно объемный ремонт. Это, например, там ремонт улицы Магдалиновской, Краничной, замена сетей дождевой канализации на Павла Нюрнберга, реконструкция спортивного комплекса и построек так называемого стадиона имени Петра Лайка, который там предложили сейчас конкурс, как его переименовать, а сейчас там жители думают, но опять же уверен, что к этому никто ничего не придет, все опять переругаются, будут доказывать, кто больше герой, кто меньше герой. Потом ремонт выпусков дренажных вод в районе улицы Михаила Коцюбинского, это тот, который напротив цирка, если сейчас видите, забором таким оранжевым огражден. От, до речі, було питання навіть у колег, що там таке відбувається, що замена випуска, яким ніхто не займався там останні, ну, давайте так, 65 лет точно. Большой объем работы, то есть большой объем реконструкции, это я даже не касаюсь детских садов, школ и больниц. Мы настроены в этом году на хороший результат. Кроме того, у нас сейчас продолжается строительство и объездной дороги, которая позволит пускать весь транзит в объезд города, то есть у нас образно люди будут заезжать со стороны там Донецкого шоссе, и весь транзитный транспорт будет выезжать уже непосредственно на трассу на Кривой Рог. Это, я считаю, достаточно хорошо разгрузит город, поскольку южный объезд у нас есть, и теперь появится еще этот. Продолжаем работать, продолжаем строить метро, никто не останавливаемся, верим в 2022 год и в то, что у нас все получится. А у нас получается все и всегда. У Дніпрі вже склалася традиція
до Дня міста якісь об'єкти презентують от саме у цей день, відкривають? Чи планують? Є такі плани цього року до Дня міста, можливо, теж щось особливе відкрити, презентувати якийсь новий об'єкт? Обязательно є. Таких об'єктів буде кілька. Ну, якщо ви знаєте, у нас теж є традиція не забігати вперед паровоза, а ми заранее, за місяць скажемо, я думаю, даже самі жителі будуть візуально зможуть определити, а що вже відкриють к Дню міста. Говорю, це буде кілька достатньо крупних, хороших інфраструктурних проєктів для нашого міста. Вернемося до цього розмову, давайте хоча б к августу місяцю, поки говорити рано. Обов'язково повернуся до цієї розмови. І от тут, нахабно користуючись можливістю з вами поспілкуватися з приводу реконструкції, ви згадали метро. Ми всі бачили нові зображення Заха Хадід, так, проєкту. І було таке питання у соціальних мережах, тобто побачили, що ці станції, ну, це поки що, звичайно, малюнок, я розумію, проєкт може змінюватися, але вони виглядають, ну, не занадто інклюзивно. Тобто там вище рівня, ну, тобто не зрозуміло, люди з інвалідністю будуть туди потрапляти, тому що там є певні сходи, бордюри, і не видно на малюнках також, чи будуть ліфти. От як це вирішується питання, чи це враховується, чи варто людям з інвалідністю перейматися з цього приводу? Ну, давайте говорити, тобто я не можу сказати, що це буде простий об'єкт. Якщо говорити про доступ людей в різні метрополітени різних стран, скажіть, будь ласка, у нас багато інклюзивних станцій метро, наприклад, там, в місті Києві, або в том же Лондоне. Это единичные случаи. И понимаете, то есть если речь вести о лифтах, скажут, вот, а в Польше там есть лифты, дали там в Турции, да, только у них линия метро проходит на глубине там 12 метров, а не 70. И лифтов таких на сегодняшний день, они существуют, которые смогут работать на такой глубине, на такой высоте. Но они, во-первых, они чрезвычайно дорогие. Что касаемо инклюзивности обычной, то есть ступенек и так далее, люди же увидели визуализацию. А самого ж проекта они не видели. Они не видели ни точек посадки, ни точек отметок. Это все приблизительно. Нет, не только конструктив у нас ясен, но все в любом случае, вы знаете, у нас везде будет обязательно безбарьерная среда. Но лифтов в метро, то есть не эскалаторов, а именно лифтов в метро у нас на глубину не будет. Дякую, що поставили крапку цьому питанню. Дуже цікаво. Вдячні вам дуже за розмову.